бензопила Эхо CS361WES, оснащена мотором на 35 кубиков и удобной 14-дюймовой шиной. Инструмент поставляется в большой картонной упаковке и комплектуется всем необходимым для самостоятельной сборки и начала эксплуатации. Помимо цепи, масла и ключей, в коробке также прилагается краткая инструкция. Бензопила Эхо CS361WES выполнена в классическом стиле и привлекает внимание ярким пластиковым корпусом с проработанной в мелочах эргономикой. В собранном виде габариты бензопилы не превышают 392 на 260 мм, а вес около 3800 грамм. 14-дюймовая шина фиксируется и регулируется комплектным ключом с правой стороны корпуса пилы. Рядом вынесен концевик тормоза с общепринятым механизмом блокировки случайного пуска и силовой рукояткой рядом. Рукояти места хвата обтянуты эластичным материалом, а курок газа и предохранитель окрашены в общий цвет. Заправочная горловина бака и тросиковый стартер вынесены на левую стенку корпуса бензопилы, рядом с кожухом вентилятора системы охлаждения двухтактного бензинового мотора. Заявленная мощность 35-кубового двигателя составляет около 2,3 лошадиных сил. Для 38-сантиметровой шины такой мощности более чем достаточно. С практической точки зрения бензопила Эхо CS361WES предлагает высокую отдачу в своем классе. Оборотистый двухтактный мотор в отсечке крутится до 14 тысяч и позволяет играючи работать с заготовкой древесины. Заправочные емкости топлива и смазки цепи составляют 320 на 250 мм соответственно.